Успех. У пастора не ладилась работа, и потому был труд его непрост. Казалось, не хватало в нем чего-то, не поднималась нива Божья в рост. А он хотел, чтоб жизнь пришла в движение, чтоб пели молодые голоса, чтоб чувствовалось на богослужении, как душу поднимают небеса. Он тщательно готовился к собраниям, в молитвах к Богу ночи проводил. Он делал все с любовью, со старанием, а вот успех никак не приходил. Уныние его одолевало, и вот однажды пастор видит сон. Рука огромный молоток держала, им должен был скалу разрушить он. Он бил и бил, но камень лишь крошился. Ну как всю эту массу расколоть? В сердцах он в отчаянии взмолился. Все, не могу, успеха нет, Господь. Напрасный труд, напрасные старания. Вдруг слышит он, Всевышний говорит. Твой труд — стучать и верным быть призванию. Успеха дело мне принадлежит. Рассказ, пусть этот будет ободрением тому, кто трудится немало лет. С любовью, со старанием, с терпением. А вот успеха почему-то нет. Отчаяние, может быть, скулы сводит, дела ж без изменений идут. И враг тогда с унынием подходит. Все это, говорит, напрасный труд. Но наш Отец Небесный это знает. И говорит он, утешая всех, от цели пусть душа не отступает, когда далек твой видимый успех. Пусть, как скала, над сердцем тяжесть виснет, и молотом ее не расколоть. Будь верен в том, что от тебя зависит, а остальное сделает Господь. Пусть слышится в тебе, в твоем сознании, как Дух Святой все снова говорит, труд Божий совершать, твое задание, успеха дела мне принадлежит. Аминь. Аминь.